Здравствуйте, ребята, с вами снова канал Рыбалка на Кольском. Прежде всего хочу попросить прощения за долгое отсутствие в январе. Я выезжал в отпуск, навещал родителей, поэтому меня не было. Больше месяца, наверное, ничего не выкладывал. Я небольшой кусочек ставлю записи отпускных. Рыбаки на Финском заливе сидят, рыбу ловят. Сегодня я хочу с вами поговорить о своем приобретении для развития канала, таком как видеокамера для подводной съемки. И в ближайшее время мы еще с вами поговорим о зимней палатке для рыбалки. Это будет чуть позже. Сегодня я конкретно хочу с вами поговорить о подводной видеокамере. Выглядит она таким образом. Находится в таком кейсе металлическом, алюминиевом, с твердым пластиком. Ножки сделаны, замочек. Вот так открывается. Собираем защитную пенку для крана. Это козырек, который можно вставлять для того, чтобы меньше было солнечных бликов и в яркую солнечную погоду. Инструкция. Пенка эта защитная служит для того, чтобы то, что находится в самом кейсе, не повредило экран монитора. Монитор здесь 7-дюймовый. Он съемный. Можно его переносить вообще без кейса. Взять камеру, аккумулятор и ходить по тому же озеру, не беря с собой кейс. Значит, данная видеокамера имеет функцию записи, функцию фото, можно фотографировать ею. Здесь находится карта памяти. Продается она с 4-гигабайтной картой памяти. Вообще оптимально поддерживает, по-моему, 16 гигабайт, если я не ошибаюсь. Козырек вставляется каким-то образом, солнцезащитный. И давлю экран. Давайте сначала поговорим о комплектации камеры. Здесь, значит, в комплекте зарядное устройство 220 для заряда аккумулятора. Аккумулятор выполнен таким образом. Здесь находится 6 батареек, аккумулятор батарей. И два вывода. Один идет на подсветку камеры, а второй для работы камеры. От камеры идут три провода, они все подписаны. И также, значит, в комплектации данный поплавок имеется. Колечки для закрепления на удилище. Скобочки металлические тоже для закрепления. Катушка с проводом. Я покупал самый максимальный метраж 50 метров провода у меня. Для того, чтобы не разматывался провод, есть такая же пучка для удобства. И также имеется
Сама видеокамера. Видеокамеру можно просто так вот опускать, здесь подвязывать снасти, за это колечки, за эти. И используя поплавок на определенной глубине, можно будет снимать видео, как рыба атакует вашу приманку, допустим. Либо вот, как я сделал, вот таким образом, можно опускать в лунку, и она уже будет по горизонтали снимать видео. Камера имеет, она утяжеленная уже, подгружать ее не надо, на самом даже течении, она отлично опускается. Значит, оснащена камера инфракрасными светодиодами, в моем случае. Ну и сейчас мы ее с вами включим. Для начала необходимо нам соединить все наши провода, они все подписаны, за счет этого очень несложно совсем. Так, power соединяем, камера с камерой. Так, здесь у нас видео с видео, сигнал, и остается у нас только подсветка инфракрасная, соединить ее осталось только нам. Соединяем, и что мы видим? Надеюсь, вам видно. Подсветка немножко начинает подсвечивать. Ну, сейчас в данный момент светло, конечно. А ночью она светит ярко-красным светом подсветка. Почему я выбрал с инфракрасной подсветкой? Потому что если можно было купить просто с яркими белыми светодиодами, их там тоже 12 штук, но эти яркий свет под водой в зимнюю рыбалку в основном, он отпугивает рыбу, как правило. А инфракрасный свет, он не пугает рыбу, наоборот, рыба подходит, смотрит, что ей любопытно, проявляет любопытство, подходит вплотную к камере, к этим красным огонькам, чтобы посмотреть, что это такое. Ну и теперь нам осталось только включить. Так, для включения нам необходимо включить монитор. Чего? Функция меню. Нажимаем меню, можно выбрать язык, английский. Установить дату и время. Так, фото. Либо удалить фото, либо форматировать. И также провести функции с видео. Либо форматировать, либо удалить. Вот вы видите, в данный момент, как камера снимает качество съемки шикарное. Она здесь, значит, используется разрешение 1000 ТВЛ, это максимально на данный момент разрешение видеозаписи. Цветное изображение, что очень привлекает. Но когда достаточно освещения, лучше не использовать подсветку, потому что за счет подсветки изображение получается черно-белым. Сейчас мы отключаем нашу инфракрасную подсветку и смотрим, как изменяется наше видео изображение. Мы уже видим красный цвет поплавка, синий аккумулятор,
оранжевый, то есть цветное изображение получается у нас. Для того, чтобы начать запись, нам необходимо просто-напросто нажать одну кнопочку, и начнется видеозапись. Вот моргает рекорд, началась видеозапись, идет в данный момент. Затем останавливаем для просмотра. Нажимаем play. И вот пошло то, что я снял. Изображение идет сейчас. Можно просматривать изображение. Включается кнопочка также. Вот такой вот девайс я приобрел специально для развития своего канала, для того, чтобы использовать подводные съемки, более качественные. Можно выносить камеру, устанавливать на дистанции 50 метров, как для зимней использовать, для зимней рыбалки, так и летом вынести, где-то установить в данном месте и отойти с берега, смотреть в экран. Если появляется рыба, то нажимать функцию записи, записывать самые интересные кадры. Ну, сейчас пробежимся еще быстренько по инструкции. Тут указано, есть рисунки, как правильно использовать, оснащать снастями с использованием поплавков. Ну, снимает видеокамера, качество съемки зависит, конечно же, от прозрачности воды. Ну, тут указано, что он от метра до 3 метров при хорошей прозрачной воде съемку производится. Рабочая температура от минус 20. Итак, такое вот приобретение для развития канала. Единственный минус этой камеры, необходимо будет переводить данный формат видео в другой формат, для того, чтобы я мог использовать, обрабатывать видео. Ну, а так, камера отличная. Уже испробованная. Так что ждите, в скором времени мы с вами будем наблюдать подводные съемки. Они, конечно, очень зрелищные, прекрасные. Данную камеру, да, я приобретал на сайте AliExpress. Как бы рекламировать не буду, ссылки давать, чтобы не заниматься рекламой. Ну, ребята, пишите комментарии, ставьте лайки. И до следующих встреч. Счастливо, ребята. Всем удачи.